Всем здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я хочу вам показать девочки, ну не только девочки, и мальчики тоже могут посмотреть. У меня красота неописуемая. Вчера вечером забрала посылку. Уже вечером не стала снимать видео, думаю, дожду сегодняшнего дня. С утра сниму вам видео, девочки. У меня, как всегда, красота. Ой, пришел любимый парфюм Де Пари, девочки. Такие ароматы заказала новые. Они добавили очень много новиночек. Новиночек, которые очень классные. Очень большой выбор всего появилось. Девочки, кто не может себе купить оригинал парфюм Де Пари? Я уже, наверное, больше 3 лет пользуюсь этими ароматами. Я уже все время говорю, они мне очень нравятся. Кто бы мне что ни говорил, они остаются все равно моими фаворитами. Девочки, кто хочет вкусно, дорого пахнуть, пожалуйста, парфюм Де Пари. Доступные цены, ароматы, любые, какие вам нравятся. Там столько ароматов появилось. И любимый сейчас нашумевший этот Ганимед, ну, на любителя, например, да, появился. Смотрю, листаю, а я себе заказала, девочки. Я нюхала в оригинале. У моей дочки была, набрала себе в пробничек, нараспив аромат. Я захожу в парфюм Де Пари, у них появился этот аромат. Да я ж не удержалась, сразу надо мне тоже этот аромат. В оригинале он стоит дорого, больше 10 тысяч, девочки. Здесь вы можете купить себе, кстати, у них вышли новинки, уже можно купить 10 миллилитров, маленький флакончик, 15, 30, 50. Так что можете любые выбирать, девчоночки. Можете выбирать разные ароматы. И 100 миллилитров. А еще они обрадовали. Посмотрите, что у них появилось в наличии. Вот такой мини-флакон версия. Вы можете покупать отдельно 10 миллилитров. Выбирайте себе аромат. Покупайте вот такой флакончик. И удобно носить в сумке. Не носить большую упаковку, вот такой маленький. Посмотрите, как они придумали. Молодцы. Посмотрите, какой он красивый. Сейчас распечатаем. Есть в сером формате вот такой вот. Есть черный. Ну, черный можно для мужчин. Ну, можно и для себя выбрать черный. Вот такой вот флакончик, девочки. Так, я его еще не пробовала, не открывала. Он откручивается. Смотрите, как он делается. Раз. Он просто делается вот так. Раз и пшик-пшик-пшик-пшик. Наносите аромат. Раз, закрыли и убрали в сумочку. Очень удобно. Раз, как помадку откручиваете и закручиваете. Очень удобно, компактный, маленький. Раз, раз. Вот, смотрите, маленький флакончик. Есть черный цвет, есть серебристый цвет. Вот, 10 миллилитров заказали себе и пользуйтесь. Так, сейчас я хотела посмотреть, а как он открывается. Его же сюда как-то надо вставить, девочки. Наверное, откручивается. Вот я с этим не разобралась еще. Ой, девочки, все легко и просто. Вот такой вот флакончик стеклянный. 10 миллилитров. Заказывайте с любым ароматом, который вам нравится. Вот. Все. Можно вообще заказать больше и переливать в этот флакон, девчата. Отлично. Все. Чудесно. Разобралась. Смотрите, как придумали. Очень хорошо. Аромат у меня здесь. Ой, девочки. Мне ж нравился у Ани аромат, очень такой нашумевший сейчас. Слышу, когда мы были в Харькове, от девочек очень вкусно пахло. Как вы думаете, какой? Аня покупала себе такой. Флёр Наркотик. Девочки, заказала Флёр Наркотик. У меня их 2. Один в таком флакончике,
Один в таком флакончике. Я буду переливать и брать с собой в сумочку. Я буду оставлять вот тут фотографии, чтобы вы запомнили, как выглядит флакон. Так, сейчас, у меня же их тут два. Сейчас вам все покажу. В общем, у меня два аромата женских и один мужской. Мужской тоже новинку взяли. Ну как, новинку взяли. Такой аромат мы еще не брали, не пробовали. Сейчас я вам расскажу. В общем, буду про аромат рассказывать и оставлять вот тут где-то фотографии. Вы будете иметь понятие, как он выглядит. В общем, один у меня аромат Флёр Наркотик. А один аромат у меня... Уже он был много раз, я его заказывала. Как мужской я заказываю вечно Жене один и тот же аромат. Но сегодня будет новый. А это мне Versace Versens, девочки. Versace Versens зеленый. У меня давно был в оригинале, и не один раз. Ну, мне нравится. Versace Versens зелененький. Не знаю, вот он мне очень нравится, этот аромат. Нежный, свежий. София пользуется. И когда она вот ходит, я говорю, чем ты надушилась? Версенс. Да, да, так пахнет вкусненько. Вообще аромат очень свежий, нежный. Так, вам открою, покажу. Вот он, этот аромат. Смотрите, 10 мл, 15, 30, 50 и 100. Выбирайте себе любой, какой вам нравится аромат. Вот, девочки. Сейчас почитаем про этот ароматик. Не знаю, мне нравится аромат этот. Так, тип аромату. Деревни, мускусник, квіткові. Початкова нота бергамот, груша, інжир, мандарин. Серцева нота жасмин, кардамон, лілія, морський нарцис. Кінцева нота кедр, мускус, оливкове дерево, сандалове дерево. От. Очень мне нравится этот аромат. И на лето, девочки, и на осень, и на весну, и зимой можно пользоваться. Но он нежный такой, вот нежный. Я с этим ароматом знакома очень много-много лет. Я говорю, были у меня оригиналы и не один раз. Но сейчас есть парфюм де Пари, пожалуйста, покупайте. Вот у меня флакончики, вот у меня 50 мл. Вот вам сразу. Вот смотрите, есть, вы можете заказать в стекле, как у меня. Вот стекло есть. И есть пластик. Цены, в общем, отличаются. Это пластик. Цена. Вы когда заказываете... Потому что девчонки пишут, вот я хотела заказать, заказали, пластик пришел. Девочки, вы когда заказываете, вы уточняете, вам надо стекло или пластик. В стекле будет дороже чуть-чуть, в пластике дешевле. Если вам не принципиально, все равно как. Девчонки, я знаю, вот у меня знакомые, они все время в пластике заказывают. Говорят, мне все равно, стекло или пластик. Ну, мне нравится больше, когда в стекле. А еще сейчас новый формат, маленький, 10 мл в стекле. Вот в сумочке носить вообще чудесно. Так, давайте теперь посмотрим. Расскажу вам, кто, может быть, не пробовал, не пользовался. Вот этот Флёр Наркотик. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Здесь вы его увидите. Я вам найду. Аромат очень вкусный. Здесь столько ароматов новых, девочки, появилось вообще. Так, очки одела. Сейчас вам поищу. А я листаю, листаю ленту, смотрю ароматы какие. И думаю, ух, сколько новиночек. Я сначала думаю, может, я ошиблась. У Ани переспрашиваю. Аня, как называются твои вот эти духи, которые там ты брала на распив? Она Флёр Наркотик. Я говорю, парфюм де Пари появились. Я говорю, я себе беру сразу же. Бакара Руж есть 540. Я покупала, тоже брала у них. Потом очень много, ну, я не знаю, я не пробовала. Сейчас вам покажу. Вот такие появились ароматы, девчонки, у кого кто пользовался. Мейсон. Ну, в общем, вот такие ароматы. Я обратила, на какой же я обратила внимание? Или на вот этот? В общем, ароматов тут, девчонки, очень много. Духи все очень стойкие. Очень стойкие. В прошлый раз такого Мишку брали. Или вот такого. Вот такого, наверное, София душится очень
такой нежный, легенький аромат. Кстати, ну, кто меня давно смотрит, знает, что у меня София аллергик. Эти духи вообще никак не вызывают у нее никаких приступов аллергии. Вообще. Все идеально. Вот такие, ой, каких у меня только не было, девочки. Вы мне разные там советовали. Ну, Андромеда, что я не подружилась с ней. Из Кассиопеи так себе. Вот Том Форд Лост Черри. Аромат очень комплементарный. Он, ну вот, черри, вишенка, очень сладенький, пахнет вишенкой. Но на вас он раскрывается, вот такой приятный аромат. Я не брала с собой их сюда домой, остались они в Харькове. Вот душила, зять мне делал комплименты. Еще мне там женщины делали комплименты, сказали, очень приятно пахнет, девочки. Том Форд Черри. Какой он там. И вот такое есть. Тут что-то не открылось. Картиночка. Вот такой аромат я в оригинале, ну, как пробовала. Но они для меня такие. А, не, розовые, розовые пробовала такие. Очень, вот такие. Ну, вот этот аромат мне больше нравится. Вот этот больше нравится. Хотя это тоже свежий цитрусовый. Вы мне хвалили вот этот вот аромат Версачи Кристал Нойер. Вот эти брала я. Ну, так, знаете, неплохо, но я в них не влюбилась. Ага, кто-то мне за вот эти говорил. Или Аня покупала. Вроде бы неплохой аромат был. Так, девочки, что мы уже пролистали, не дошли мы до того, чего надо. Хотелось вам все показать. Также Килиан есть, девчонки. Кто любит Килиан? Просто тут листаю так быстренько, думаю, вам покажу. Вот он, этот аромат Флёр Наркотик Экс Нехило, девчонки. Это тоже фруктовый цветочный аромат. Тип аромату фруктовый, квитковый, стать унисекс. Но я бы не сказала, что прям унисекс. Мне больше для женский это аромат. Початкова нота бергамот, личи, персик, серцева нота апельсиновый цвіт, жасмин, півонія, кінцева нота деревні, ноти мох, мускус. Вот. Мне очень понравился аромат. Очень хороший, девочки, советую вам. Я прям в него влюбилась. Хороший. Очень хороший аромат. Сейчас попробуем, какой здесь распылитель, потому что во всех флакончиках распылитель очень такой мелкий-мелкий. Сегодня я духами не пользовалась. Сейчас прокачаем. Ой, тоже хороший, девочки, распылитель. Нежненький. Не, немножко аромат мне похож нотками чем-то на Мэри Ми. Вот такие вот Мэри Ми. Вот как вы только нанесли аромат на себя, вот сразу мне, я Ане сказала, это Мэри Ми, да. Но когда вы походите, аромат начинает раскрываться, и с Мэри Ми они уже не очень похожи. А изначально я, когда у Ани попробовала, я говорю, ой, у меня есть Мэри Ми, я буду душиться, не буду себе их покупать. А потом уже, когда вот Аня ходила, аромат открывается, раскрывается, и совсем уже другой аромат, очень такой благородный, вкусно пахнет. Я говорю, нет, надо и себе такой заказать. Так что у меня теперь есть, я обладательница вкусного аромата Флёр Наркотик, девочки. Хочу, чтобы вы себе такой заказали. Возьмите хотя бы маленький флакончик. Вы почитали ступеньки, нотки, как, ну, должны себе представлять, какой будет аромат. Ну, и будете тоже вкусно летом пахнуть. Так, а теперь я вам покажу мужской аромат. Я говорю, Женя, давай что-нибудь новое, потому что постоянно, ну, как, в прошлый раз еще остался аромат его любимый, как вы думаете, какой, который мы все время заказываем. Конечно, его самый любимый Критавентус, он его просто обожает. Вот, а этот раз он себе выбрал, сейчас я вам, девочки, покажу, и фоточку вставлю. Вчера Женя так попробовал, хороший аромат такой, свеженький. Вот хороший. Этот аромат Джорджо Армани
Good ice получается, да, свежий, тоже даревный. Ну вот я заметила, нам нравится вот это что-то и свежее, и цитрусовое, и чтобы дерево было, аромат. Хороший аромат. Сейчас мы почитаем с вами тип аромату. Так, чтобы вам видно было хорошо. Тип аромату свіжі, початкова нота імбир, лимон, м'ята, серцева нота герань, лаванда, кінцева нота деревні ноти. Гарний, дівчата, хороший. Мені понравився аромат. Отак виглядає флакончик. Ну, як в оригіналі. Перший раз взяли. Перший раз взяли такий аромат. Дуже мені понравився мужський. Так, і хотіла вам ще показати, ви коли листаєте, спочатку у вас жінські аромати, потім йдуть мужські, дівчатки, а потім ще ніже опускаєтесь і вже побачите ось ці флакончики. Бачите, серенькі, як у мене. Він стоїть 249 гривень 10 мл. І можете вибрати будь-який аромат, який вам подобається. Вот. Какой-то мне из них был какой-то аромат. По-моему, вот этот вот. Уже не помню. Ну, вот любые вам ароматы. Наверное, мужские будут сейчас. А ну, пролистаем. Мужские, наверное, будут с черными флакончиками. Все то же самое, только выбираете себе флакон. Молодцы. Парфюм де Пари придумали отлично. Да, мужские черненькие. Ну, вот с собой в дорогу брать, и места мало занимают, да, и очень удобно. Так что спасибо вам за такую новиночку, очень сделано качественно. Ну, так, как помадка открывается, мне понравилось очень. Ой, как от меня вкусно пахнет, девочки. И мужской, хороший аромат тоже. Вообще, перед этим Женя тоже в Parfum de Paris брали ему Yves Saint Laurent, по-моему. Или нет, или не Yves Saint Laurent. Какой же аромат. Но он его уже, я выбросила флакон. Сначала мне он не очень как-то понравился, какой-то был такой тяжеловатый. Вообще, я уже заметила, что у меня вкусы меняются. Ну, еще, видите, пользуюсь Versace, Versense уже, наверное, больше 10, там больше, лет 15, наверное. Это мой муж шумит, извините. Ремонт делает в подъезде. В общем, заметила, что ароматы начали уже, вкусы меняться. Вот более такие, можно сказать, как к тяжелым ароматам мне уже тянет. Вот нравится мне этот аромат. Если раньше очень все легкое, кинзо, там такое все, давидов, водичка. Ну вот ароматики такие нежные были, водяные. То сейчас мне уже больше нравятся такие сладкие. Ну, кто не пробовал Флер Наркотик, я советую, закажите. Это очень такой хороший аромат. Вам понравится, девочки. Я думаю, всем понравится. И любителям сладкого, и любителям свежего он как-то граничит и там вкусненько пахнет. Заказывайте, девчонки. Еще там, по-моему, вы если берете 4 или 5 ароматов, акции, девочки, 5 товаров берете, и один из них будет вам в подарок. Вот. Так что за 4 только оплатите. И цены от 99 гривен флакончики. Вот эти я вам показала. 249, да, по-моему, цена была. Да, 249. Отличная. Еще хотела сказать, когда вы делаете заказ, вот мне часто в комментариях спрашивают, Наташа, мне там попросили номер телефона. Да, вам потом менеджер наберет, и вы там все оформите, как вам надо. Ну, сделайте правильно заказик. Вот. Обычно в наличии у них всегда все есть. Вот то, что есть, вы листаете ленту, вот то, что на картинках есть, у них всегда все есть в наличии. Духи, которые уже у меня, ну, мы их все используем, но у меня, вы же знаете, их много. Нету никогда ни осадков, как кто-то мне писал, там лопухами пошли. Девочки, никогда. Вот какие они есть, такие есть. Духи очень хорошего качества. Хорошего прям. У меня ребенок аллергик, и от них неплохо. Так что заказывайте, выбирайте. Ссылку оставлю под видео в описании.
И на лето себе чуть не взять таких малышек. Или взять, например, какой-то аромат любимый и вот такой еще флакончик, правильно, даже с этим ароматом. И потом, ну, чтобы запахи не смешивать, пожалуйста, открыли, налили себе туда. А можно это сделать? Ну да, можно сделать. Сейчас мы попробуем еще раз. Я открою и вам покажу. Смотрите. Вот, тут все открывается. Вот. И вы сюда переливаете этот же ароматик. Сумочку взяли и пошли себе на работу. В течение дня нанесли повторно аромат. Так же самое эти флакончики, они все открываются. Ох, чуть крышечка не спала. Девочки, все открывается, вот, выпрыгивает. Все, перелили себе и пользуйтесь. Вот. Все. Заказывайте. Если что-то непонятно, пишите. Но я вам оставляю ссылку под видео. Заходите, переходите по ней. Вам, девочки, менеджеры сразу все будут отвечать и подсказывать, если вам что-то непонятно. Ну, если что, спрашивайте. На КЦ я вам уже все рассказала. Так что духов много не бывает. Ой, как вкусно пахнет. Советую, вот закажите этот аромат. Флёр наркотик. Хотя там и ганимед появился. Сейчас же многие любят ганимед. Ну, для меня такой вот аромат. Аня заказывала, моя дочка, в оригинале себе. И она его потом продала. Она сказала, не смогла пользоваться. Ну, вот, не зашел. Но вот когда ты находишься где-нибудь в торговом центре, кто-то мимо тебя проходит, ты слышишь, я говорю, ганимед, она, да, приятно пахнет. А вот на тебе, ну, я не знаю, ну, мне запах больницы, йода, бинтов, стоматологии, вот, ассоциируется у меня с вот этими ароматами. Сейчас вообще много вот этих новомодных ароматов, они такие какие-то своеобразные, на любителя. Вот, с ними надо быть очень осторожными, ну, если вам нравится. А кому-то не очень, и кто-то, главное, как пользоваться в пределах нормы. Есть же девчонки вот так обливаются, и им все равно, хоть ты рядом, хоть задохнись. Есть же люди, которые не переносят ароматы. Ну, надо находить во всем баланс. Все тогда. Я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. Заказывайте духи, будете вкусно пахнуть. Все, до завтра.